Итак, уважаемые друзья, с вами, как всегда, Юля и канал «Новые технологии». Сегодня я представлю вам еще один хороший бюджетный смартфон, стоимость которого по акции будет $199. Это новинка от компании Medigi F3 5G, которую, если сейчас положить в корзину, то можно будет купить по такой отличной цене от производителя на AliExpress. Ссылка на предзаказ будет находиться в описании под этим видео. Ну что ж, отличная цена, и осталось только узнать техническую составляющую. Итак, поехали! Первая фишка Medigi F3 5G вынесена в его название, и это, конечно же, наличие стандарта 5G, при подключении к которому F3 обеспечит вам плавный игровой опыт в реальном времени и бесшовные видеозвонки без задержек. При этом F3 5G может поддерживать двойную сим-карту 5G и, соответственно, двойной режим ожидания, что будет очень полезно во время игр в сети или просмотра видео. Вторая фишка этой новинки – это его три камеры, где главный модуль будет не No Name, а 6-элементный объектив от Sony IMX582 на 48 мегапикселей с апертурой f1.79 размером сенсора 1 к 2 дюймам, размером пикселя 1.6 микрон в биннинге и углом захвата 78 градусов. Второй дополнительный ультраширокоугольный модуль на 8 мегапикселей с углом обзора 120 градусов и апертурой f2.2. И третий модуль имеет разрешение 5 мегапикселей с диафрагмой f2.4 углом захвата 80 градусов и обеспечивает макросъемку с расстояние 2,5 см. В настройках камеры можно будет увидеть ночной режим, макросъемку, портрет, панораму, режим Pro, HDR и фильтры в реальном времени. Видеозапись осуществляется в разрешении Full HD. Фронтальная камера тоже не подкачала, так как имеет 5-элементный объектив с разрешением 16 мегапикселей диафрагмой f2.2, есть режим красоты лица, запись видео Full HD разрешения и функция распознавания лица пользователя. Третья фишка этого аппарата, дорогие друзья, это его большой 6,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1650 на 720 точек и соотношением сторон 20:6:9. В настройках экрана присутствует режим чтения и регулировка цветовой температуры, но и есть датчики приближения и освещенности. Еще один интересный элемент этого смартфона – это его аккумулятор с приличной емкостью на 5150 мАч и возможностью быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт. Не самая быстрая зарядка на сегодня, но, как говорят специалисты, чем мощнее зарядка, тем сильнее изнашивается электрохимическая система аккумуляторов, а соответственно сокращается и срок их годности. В данном же случае производитель обещает от 15 до 169 часов работы смартфона в разных режимах. Идем далее и смотрим, а что там с производительностью. Чтобы все вышеперечисленное работало и приносило только удовольствие, аппарат получил 7-нанометровый процессор Dimensity 700, который имеет два ядра Cortex-A76, работающих на частоте до 2,2 ГГц, и 6 ядер Cortex-A55 с частотой до 2 ГГц. Отвечать за графику будет процессор Mali-G57MC2, который работает на частоте до 950 МГц, но и сам Dimensity 700 имеет передовую энергосберегающую технологию для снижения энергопотребления связи 5G и увеличение срока службы аккумулятора. Плюс 8 ГБ оперативной памяти стандарт LPDDR4X и 128 ГБ встроенной памяти формата UFS 2.1. Но добавим к этому еще и возможность расширить хранилище картой памяти microSD объемом до 256 ГБ. Сам девайс поставляется с предустановленной чистой операционной системой Android 12 из коробки с наличием темной темы, расширенной навигацией жестами, интеллектуальным взаимодействием с приложениями, новыми возможностями защиты данных и вызовом умного помощника еще на заблокированном экране. И теперь, дорогие друзья, что касается внешнего дизайна Medigi F3 5G, то здесь заявлено матовое стекло AG с металлическим каркасом. На правую боковую грань вынесли клавишу регулировки громкости и кнопку питания, в которую встроили сканер отпечатка пальца. На левой верху расположили слот под сим-карты и ниже дополнительную кнопку, на которую можно назначить быстрый доступ к часто используемым приложениям. На нижней грани находится порт USB Type-C с поддержкой OTG, разговорный микрофон и динамик. На верхней 3,5-мм аудиоразъем и еще один микрофон. Кстати, есть FM-радио, работающее без гарнитуры. Но и от себя отмечу идеально скругленные углы корпуса и слегка изогнутую к боковым торцам тыльную панель аппарата. В сети представлены 2G, 3G, 4G, LTE, 5G. Беспроводный интерфейс – это Wi-Fi 802.11, работающий в двух диапазонах,
Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display и Bluetooth версии 5.1. Но и вишенка на торте – наличие модуля NFC с поддержкой всех сервисов Google. За навигацию будут отвечать такие системы, как GPS, GLONASS, Beidou и Galileo. Сама новинка будет доступна в трех цветах корпуса – это серый, золото и серебро, и будет иметь такие размеры, как 168,3 на 76,6 и на 8,75 мм при весе 195 граммов. В комплект поставки войдут сам телефон, силиконовый чехол, защитная пленка, USB-кабель, зарядное устройство, скрепы для извлечения слота и техдокументация. Но еще раз напоминаю, дорогие друзья, что новинка от компании MIDI G F3 5G уже доступна для предзаказа. Если сейчас положить ее в корзину, то можно будет купить по цене $199. Ссылка на предзаказ будет находиться в описании под этим видео. Ну что, как всегда в конце мы подведем итог. За довольно приемлемую стоимость вы получаете стандарт 5G, отличную производительность, хорошие три основные камеры, где главный модуль от Sony, большой экран, довольно вместительный аккумулятор, новый Android 12 из коробки и модуль NFC. Так что есть повод присмотреться. Но я заканчиваю свой обзор и, как всегда, не прощаюсь с вами. Я говорю до следующего обзора на канале новых технологий. Не уходите от нас, чтобы всегда быть в курсе последних новинок мобильных девайсов. Обязательно комментируйте, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал тех, кто еще этого не сделал. Не забывая при этом нажимать на колокольчик, чтобы одним из первых получать свежие видео с нашего канала. С вами была Юля и канал новых технологий. Всем пока-пока!